User joined your channel. Ну, началось. Меня слышно? Да. User left your channel. Значит, сюда. Так, бар. Так, инвентарь мой. Руганец, проверка связи. ДВ, да, ДВ. Где Гаша? Здесь. А как настроить эту левую-то? Кто-нибудь дополнительный, но уменьшить громкость. А, граждане, блять. Товарищи, по поводу ракет. По поводу ракет для БМП. Берешь автомобиль с БК. Это вот левый. Так, вот ракеты для БМП. Все, 40 в левый. Нет, нам надо переключиться на танковое ствол. Только левый, а это у нас только правый. То есть М119 нету, да? Проверил. Кстати, возьмите себе длинный гранатомет на всякий случай. Бинокль? Я где? Не взял разницы. Да. Так, а тебе зачем бинокль? Так. Мне же выехать сюда, да, надо. Да, да. Развернуться. Стой, повернись, тебе врывать. Развернуться. Вот там. Так, у тебя будет задача, я тебе потом даю. Так. Смотри, я тебе даю точку, куда тебе ехать. Граждане БМПшники, вам что объяснили? Это я автомат твоя проверка. А ну все как. Прием, проверка. На карте, значит, на севере. Нормально. Вот садись, сейчас прям садись в шишигу в эту. И сходу разворачиваешься и едешь вон туда, наверх. Дальше. Понял, да? Нет. Встаешь на перекрестке, я туда бежу. У тебя ТВшка настроена? Заебись. Джет, Марклев, давайте ближе. Давайте, занимайте, разбирайтесь, чья какая БМПшка. А. Так, сейчас. Все, Гашек, иди, садись за руль сразу. Как только кончается фристайм, чтобы ты уже сразу поехал. Так, да, Марклев? Так, ну, там надо. User disconnected from your channel. Не лезь в свое дело. О, божественно. Ряда разобрались, ракеты у вас должны быть есть. Это мне. Да, все разобрались. Жмурик разобрался, все отлично, все работает. Да, все, ребят, отлично. Так, реклама. Просил бы Андрей, он был отлично. User joined your channel. User left your channel. Чего не показываешь? Губами только если. Так. Моя задача. Из точки А. Шибу первую. Прибыть в точку Б. Надо срочно уехать отсюда, потому что сейчас будет артобстрел этой точки. У нас есть 40 секунд на покидание зоны. Ну, возможно, поведется. Ты едешь прямо. Все уезжают. Первым танки едут, уезжают первым БМП. Первым. Я мы за вами. Давай по дороге. Я еду последнее. Нам еще перевернуться не хватало. Все. Танкисты стараются по дороге не ехать. БМПшки со старта пока стоят, пропускают там. Все. Да, да, да. Нет, налево, давай. Сейчас направо. Если поняли, по дороге не едут.
Все, мы поехали. Мендер, прием. Опа, шумная, но сейчас мы уже не убавим. Скорость у нас, конечно, шикарная. Звук очень шумный. Поехали. Надо было звук игры чуть-чуть убавить, наверное. Очень шумно. Скорость у машинки очень маленькая. Гора, она очень тяжело едет. Но сейчас мы доберемся до горизонта и махнем быстрее намного. Машинка моя называется... просто точка У. Не знаю почему. Сейчас. Наверное, точка У. Ух ты! Какая! Машина тяжело идет в гору, тяжело разгоняется, но тормозит еще хуже. С тормозами тут вообще очень плохо. Сейчас мы доедем до горизонта, вот на 15. А там с горы мы должны разогнаться до 120 где-то километров в час. Так, махнем так с ветерком. Вообще люблю большие машинки, гляньте. Рулон карты. Если кому-то нужны рулончики. Так, съезжать нельзя нам с дороги, потому что по бездорожью машина неиздябельна. В одном мухе у меня говорит ДВ, в другом мухе говорит КВ. Это что-то с чем-то. Я сочувствую командирам, кому это приходится слушать каждый божий раз. Мне вот как бы это очень редко приходилось. Но в одно ухо орёт одна, в другое другое. Так, на востоке что-то там, слышу, противника уже заметили, что ли? Ну, мы едем на запад. Надеюсь, мы успели съездить, уехать быстрее. Артобстрел, надеюсь, если даже был, у нас уже не заденет, если даже будет. Ну, если, конечно, он не долбанет по нашей дороге. Сейчас я должна доставить эту машинку на место пастбища, эту корову. Заяц. Сейчас мы выезжаем на дорогу. Сейчас вы увидите, как скорость резко пойдет вверх. Как оно вам? Ветерок. Первые камни проезжаем, все, сворачиваем сюда, выравниваем на ноль и взлетаем на горочку. Так, это же на 10 идем мы где-то градусов.
Так, теперь нам по касательной бы, конечно, хорошо пройти на горочку. А, нормально, да. Мендер соединился. Это очень плохо. Так. Так, наша елочка одна, вот она. Мы ее проходим. Так, все, мы, в принципе, уже на месте. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Теперь мы поворачиваем. Тихонечко. Машина очень быстро спускается, ее практически не остановить. Нам надо не поронить. А, я не туда поехала. Потому я уронила елочку. Ё-моё. А ведь я заезжала сюда, не поронив ни елочки. Я поронила все елочки. Две елки уронила. Едем прямо на этот камень. Поворачиваем. User joined your channel. Тут должна была выйти. Так. Ну, я вот так плохо-то въехала, что уронила. Так, теперь мы смотрим, насколько нас... Так, все. Теперь... Теперь мы берем... Сбиваем. User left your channel. Если заметите пехоту или что-нибудь такое, нам обязательно доложите, не забудьте. Да. По идее, твоя позиция там более выгодная должна быть. Нынешняя. В принципе, остаемся на самом. Просто мы дорогу не видим, если будет подходить к городу. Так, все. Неверно, чисто диап. А, вон что пишет, неверно диапазон. Так. Хорошо. Ну давай 33 наберем. User joined your channel. 33. Так. Могу сбросить ее. Давай-шка. Так, теперь мы садимся в машину. И у нас тут тоже давай-шка, да, должна же быть. Я могу, в принципе, взять ее. Так. Теперь мы увеличиваем. Привет, прием. Громкость. На связи. Да. Привет, можно мне включить дальнюю? Невозможно слушать никого. Хорошо. На... В смысле? Не отключить дальнюю, перейди на второй канал. Холоды. Если что, я тебя на втором канале вызову. Ладно. Триада, куда мне выдвигаться? Я готова. Ева, прием. Подходи на точку документа. Принято. Дойдешь до города, выходи на связь. Там наша пехота в городе. Все, прощай, корова. Курганец, проверка связи. Машинка, ты моя корова. Слышно тебя. А пастушка пошла по твоим делам. В обороне. Принято. Так, мне надо перевалить через этот хребет, получается, да? Вот. Как-то я.
только вниз. Я отдыхаю там. Да, все правильно, сейчас надо пить, через хребет перейти. Отряда. На связи. ДВ, ДВ скинуть, да, мне? Ты что, в ДВ, что ли? Да, у меня ДВ было. ДВ в технике было? Ну ладно, скидывай где-нибудь, в укромном месте. Так, чтобы ее не нашли. Прием. На связи. Смотри, вертак. Вертак вижу. И сейчас скажу, где. На юге. С юга вертак и с юга самолет залетал. Вдалеке. Это все наше. Все наше. Понял. Смотрите технику. Подхожу. User left your channel. User left your channel. Триада на месте, точку поставила. Понятно. Какую точку поставила? Чего точка? В городе точка? Да, точка на документации. Найдись там по рации с пехотой, которая в городе. Наши. User left your channel. User left your channel. О, свои, свои. А в этом доме, да? Да, еще раз. В этом доме, да? А, вот они документы у тебя. Ну и что, где мне, внизу, может, здесь? Или в соседнем доме лечь? А лучше в соседнем, посмотри за каким входом. А здесь кто еще, кроме нас, есть? Все, я один. User left your channel. Нифига себе. Ева, прием, прием. На связи. User left your channel. Да. User left your channel. И подходы к домику с документами. Прием. Домик с документами, смотрю прямо на него. Отлично. Подходы какие-нибудь видишь там? Ущелья, горы? Нет, они все у меня сзади, за домом получается. То есть ты, получается, вот можешь ограничить? Да. User entered your channel. Не понимаю, зачем вот этот белый нужен. Сколько вот играю, ни разу не пригодится. Так, начнем.
немножко разобрали ситуацию. Корова пасется у нас здесь. А пастушка тут. Рассеяна и злая. Тут идет война другого отделения, не нашего. Лишь штаб врага находится здесь. Угу. Увидели движение, это получается уже движется к нам. Мы здесь находимся сейчас. Нас тут тоже немного. Моих немного. Как нам уже сказали, что большая часть врагов уже уничтожена. Посмотрим. Так это получается у нас по карте. Врагов-то вот там увидели. Ну, в принципе, я должна их, если что, увидеть. Ну, конечно, через эти окна много не увидишь. Напряжение растет потихоньку. У нас есть на нашей стороне два танка. Два БМП. Два танка уехали на передовую. По сути, мы в обороне. У нас такая оборона. Как атака. Лучше защита, это нападение. Но это про нас в этот раз. Игра длится 3 часа. Сколько в этот раз она будет? Рассчитана 3 часа. Сколько нам будет сейчас идти? Нам Богу известно. Либо они все захватят, либо они все погибнут. Или мы погибнем и отдадим все. Ого. User left your channel. User joined your channel. Северо-восток. Ближе к северу, сейчас скажу. User left your channel. Северо-восток, это сзади нас получается, что ли? User joined your channel. Тайская культура туда шли. Пока только одного вижу. Принял. Находитесь на месте. Начало города. Городишко там. Точка 2, 23.06.
User left your channel. Вы хоть точку У не порушите. Там, мою точечку. Ух ты, машинка. А, там в КАС. User joined your channel. Снайпер оттуда послали. А пеша. User disconnected from your channel. Да, именно там. Возможно, они нашли. Ну, нашли. Я никто не собирался охранять. Больно. Проблематичная. Машинка проблемная. Неуклюжая, большая. Не слышно, чтобы УТА взорвалась. Если бы она взорвалась, наверное, мы бы услышали и увидели бы. Что это такое? На связи. Давай, просыпайся, посмотри там. Да, вроде как взорвали. Слышала отчет все это. Как будто взрывчатка пищала. Дом взорван. Дом, где курганец, взорван? Да. Понял. А на доме кто ходит? Курганец. На доме враг. Враг на доме. Уходит в горку. Симс, где ты был? Ребята, ориентир дайте какой-нибудь. Рядом, мы от тебя справа. Поставила точку. Поставила точку, куда он ушел. User left your channel. User left your channel. Севернее. User left your channel. Все, чисто. Зовут брать убил ее.
User left your channel. Видела одного. Еще? Нет, нет, это его только видела одного. Ева, выдвинись в этот дом, посмотреть, разведка. Ряда слева. Принято. Я возле дома. Нет никакого воздымления, не вижу. Так, налево. Слева, слева. Не враг, нет воздымления. Подтверждаю. User disconnected from your channel. В каких камнях? Через дорогу или рядом? С вас своего. Вот взрывы откуда идут. Понял, вижу взрывы. Ребята, по своим, говорят, бьете. Там разведка наша. Разведка, отметки на вас нет. Триада. Триада. Да. На доме чемодана не нашла, но там два трупа. Один Гилли. Я у него зеленая рация взяла. Понял. Курганец мертв. Я понял. Значит, их двое было, как минимум. Приел. Ответьте, ребят. Бэха катается вокруг меня. Триада. В ихнюю рацию говорит, что Бэха катается вокруг кого-то там.
Кто на связи? Прием. Он вызывает на связь кого-нибудь, но там тишина в ответ ему. Во время взрыва слышала стрелковое возле себя. User left your channel. С юга. Что с юга? С юга во время взрыва слышала стрелковое, но не понимаю, оружие что, наше или нет. Ева жива? Да. Нету, не нашла. Дом разрушен, все завалено. Они узнали, что именно в этом доме. User left your channel. 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 Что, все, что ли? Да, все. А почему все приехали? Поздравляю.